Я не знаю, как быть, вот стоим с ребятами здесь, вот. Простынут ребята. Полдень. Невольными пешеходами стали не только жители микрорайона МПС. Уехать на городском транспорте не могут горожане по всему городу. На данный момент практически все перевозчики сняли маршруты с маршрутной сети, автобусы с маршрутной сети. Работает только наше муниципальное троллейбусное управление. Мы пытались всеми возможными и невозможными способами связаться с перевозчиками. Ни один сотовый телефон не отвечает. Объяснения вот этого демарша, по-другому его, наверное, не назовешь, у нас нет. Ни 12-го, ни 11-го никакого нет. Ни шестерки муниципальной. Это первый раз. Всегда хорошо ходили автобусы. Нет, раньше вроде бы не было, не знаю. Столпотворение на остановках можно было бы избежать, если бы предприниматели предупредили людей о предстоящем бунте. Чтобы хоть как-то облегчить пассажирский коллапс, мэрии пришлось выпустить все троллейбусы на линию. Вот это вот как в ранешние времена было. Вот. Уже давненько, лет 15 так не ездили. Ну, народ, что, план соберем и нормально будет. Сегодня же после обеда на стол замглавы администрации легла петиция от перевозчиков. В ней они потребовали изменения положения о перевозках. По словам предпринимателей, в новом документе больше палок в колеса со стороны чиновников. Вы здесь каким боком, простите меня? Чем помощи. Яблоком раздора стало положение, которое еще только обсуждается в администрации. Чиновники намерены допускать на линию только тех перевозчиков, у кого новые автобусы с более низкой посадкой и отдельная диспетчерская служба. Это нереально, кричат предприниматели. Для того, чтобы предприниматель предоставлял комфортные условия пассажиру, он должен быть, естественно, что купить транспортное средство, которое соответствует безопасности дорожного движения, и вкладывать деньги, а это большие деньги. Чиновники называют бунт обычным шантажом. Я считаю, вообще незаконно, потому что никто никого не уведомил. И причем здесь граждане. Идет вопрос, процесс пока идет разработки. А это первая инстанция. На руках у предпринимателей только проект. Послабления для перевозчиков после его принятия не исключены. Это чиновники несколько часов объясняли сегодня предпринимателям на внеплановой встрече. И только к 5 часам вечера владельцы автопарков согласились вернуть автобусы. Хотя компромисса с властями они так и не нашли. Следующий разговор с мэрией назначен на четверг. Руслан Романов, Владимир Байкалов, новости, 7-й телеканал.